Маск вложил в предвыборную программу президента Трампа, нынешнего теперь президент новый, 130 миллионов долларов. И вот после того, как его объявили президентом страны, доход, личное состояние Маска увеличилось больше, чем на 40 миллиардов долларов. То есть он инвестировал 130 миллионов долларов, а у него состояние увеличилось свыше 40. То есть в 300 раз. За короткий срок, за какие-то полгода, его состояние увеличилось в 300 раз. Понимаете? А он сделал ставку на Трампа. Он хотел другие преобразования, что произошли в Америке. То есть он идеологически его поддерживал. Инвестировал 130 миллионов долларов. И фактически за 3 дня его состояние после выборов увеличилось больше, чем на 40 миллиардов долларов. Многие из вас спрашивают, как разбогатеть. Теперь смотрите. Он один из владельцев компании Tesla, вы знаете. Эта компания, ее стоимость выросла на 27%. Вот буквально за несколько дней. И теперь эта стоимость компании свыше 1 триллиона долларов. Почему? Потому что Маск инвестировал 130 миллионов долларов своих личных денег, инвестировал в предвыборную программу Трампа, и акционеры компании Tesla разбогатели на 220 миллиардов долларов. Видите, кто считает, что если инвестировать в политику, нельзя заработать? Можно. И мы в этой связи просто на примере Маска показываем. Если сделать правильные инвестиции, вы заработаете, мы говорим сейчас, в 100 раз больше. На самом деле, эта цифра значительно больше. Если вы инвестируете, например, 1000 долларов, после падения режима мы его свалим за один год, если мы соберем 60 миллионов евро. Заработаете в 100 раз больше. Вот Маск просто поддержал, инвестировал в предвыборную программу Трампа, его состояние увеличилось в 300 раз, вот то, что относительно того, что он инвестировал. Он инвестировал 100 миллионов, 130 миллионов, у него сейчас состояние 304 миллиарда долларов. Он сейчас самый богатый человек мира. Понимаете? Если ты правильно делаешь инвестиции, если ты правильно начинаешь действовать, а правильно это значит, сейчас нужно свалить режим, и нам нужно построить динамичное общество и страну, как по принципу, по примеру Южной Кореи. Тогда все меняется, ваши зарплаты меняются, ваша жизнь меняется, ваши инвестиции возвращаются больше, чем в 100 раз. Это то, что сделал Маск, понимаете? Вот она реальность. Сегодня вот ряд людей это осознало, и мне инвестировали около 10 тысяч долларов. Мы упростили систему для участия в проекте Мухтара Блязова. Теперь это стало гораздо легче и проще. Итак, показываю. Многие граждане, когда проходят по ссылке, сталкиваются с такой проблемой. Ссылка не открывается и окошко долго грузится. И если так, то заходим в Play Market, Google Play и пишем «бесплатный VPN». И выбираем любой из вариантов бесплатного VPN, устанавливаем. Пока подождем. Заходим в установленный VPN. И продолжаем дальше. Нажимаем «Продолжить», «Умное подключение», «Подключить». Если требуется разрешение, то разрешаем. Итак, у нас VPN включено. Теперь обратно. Сначала заходим в Каспи. Мой банк. Оплата в интернете. Изменить лимит. И, например, выбираем 25 тысяч тенге и нажимаем «Изменить лимит». Итак, у нас установлен месячный лимит на интернет-покупки. После этого заходим в YouTube. У меня в рекомендациях сразу Мухтар Блязов, но нажимаем на поиск Мухтар Блязов и Блязов Лайф. 739 тысяч подписчиков. Нажимаем на нее. И снизу в описании канала вы видите разные ссылки. Нажимаем. И первая оплата банковской картой. И сразу перенаправляемся Telegram, нажимаем «Купить» и сразу же попадаем в очень интуитивно понятный и простой интерфейс. Здесь, например, способ оплаты оставляем «Банковская карта», а суммы вы можете выбрать любую, какую хотите, например, начиная от 2, 5, 10, 25, 50, либо, допустим, ну, к сожалению, здесь ограничение до 2000 евро. Максимум 2000 евро можно отправить. Если хотите больше, то можете по частям отправить. А как пример, я оставляю 2 евро и нажимаю «Продолжить». Теперь пишем 16 цифр спереди карты, срок действия карты и 3 цифры с обратной стороны карты и имя владельца карты. Оплатить. И ждем. Теперь вот пришло уведомление, нажимаем на нее, копируем вот этот шестизначный код и обратно заходим в Telegram, вставляем
Теперь нажимаем «Подтвердить». Ждем. Донат отправлен. Как сами убедились, система очень быстрая и простая. Если возникнут какие-то вопросы, то прошу написать мне в Telegram. Самое главное, не попадитесь на фейковые аккаунты. Алга, Казахстан.